Всем огромный привет. Мы у порога Леруа Мерлен. Это Новоухтомское шоссе. Справа глобус, в котором мы с вами уже все знаем хорошо. А теперь пришло время и Леруа Мерлен посмотреть, что там приготовили для дачного сезона, для летнего. Посмотрим на цены, семена, землю, что там вообще завезли, что новенького, интересненького. Этот Леруа Мерлен только-только открылся пару месяцев назад. И как раз будет интересно посмотреть, что там такое. Здесь можно сдать вот светодиодные лампы в утилизацию, батарейки, зимняя стеклоомывательная жидкость. А нас интересует с вами сад-огород. Смотрите, да вот же он, прямо при входе. Огромные стеллажи, очень много всего. А сколько семян? Но семян поменьше, конечно, чем в глобусе. В глобусе там целая стена была. Здесь всего 1, 2, 3, 4, 5 стеллажей. И, конечно же, горы земли, всяких удобрений. Вот туда все это далеко уходит. В общем, нам сегодня с вами предстоит, смотрите, еще и садовые всякие причиндалы, казаны, мангалы. Казан чугунный, например, с крышкой сковородой Форестер, 9 литров, 8150 рублей. Самое главное, что он уже с крышкой. Но крышка неудобная, видите, нет здесь ручки у нее. Зато есть подвес, можно подвешивать. Гриль с решеткой 2000, коптильня с решеточкой 2358, коптильня 6660, ну, в общем, всякое разное тут. И начнем мы с вами с рассады, естественно, все для рассады. Почва брикет 355 рублей, 40 литров, универсальный от Биомастера. И он здесь не маленький, посмотрите, какой он огромный. Сейчас даже не могу его достать. Это такой брикет. Вот, тут их 1, 2, 3, 4, как бы из 4 состоит. Получается брикет плюс вода, 40 литров готовой почвы, 355 рублей. Есть почва, брикет вот такой поменьше. Крепкая рассада для выращивания рассады черенков на 10 литров готовой почвы. Из него получится за 111 рублей. Есть еще другой почва брикет, томат, перец. В общем, это что-то новенькое, видите, компактный размер. Легкие, принесли домой, а у вас потом раз, 40 литров готовой почвы. Просто добавь воды. И переходим к горшочкам для рассады. Цветочный урожай, 298 рублей. Смотрите, какой поддон. Легенький тоже, легко с собой унести для рассады цветов и мелкосемянных культур. В общем, тут торфяные маленькие горшочки и поддон. С этим все понятно. Никакой крышки нет, парничка не получится. Торфяные таблетки, вот что нужно, кстати, торфяные таблетки, но эти не очень, 24 штуки, 42 миллиметра в диаметре, 88 рублей, но они, видите, какие рыжие, сфагновый торф, стартовый набор питательных веществ и гумат калия, 24 штучки, но мне что-то они не очень нравятся. Кассета рассадная на 12 ячеек, 70 рублей, тут три таких... кассета рассадной, 12 ячеек, но их здесь 3. В общем, не знаю, как сказать по-русски. Корзина для луковичных 40 рублей, 29 на 29, 7 сантиметров в высоту. Вот, чтобы луковицы не расползались по всему газону или по всей клумбе. Так, эти ячейки кассеты 22 рубля, 77. Кассета рассадная на 6 ячеек. Очень много. Вот еще набор для рассады, похожий в фикс-прайсе, по-моему, продается. Вот он с крышкой или с поддоном. Рыжие торфяные таблетки 11 рублей, короче говоря, он стоит. Торфяные горшочки 20 штук 80 на 80, 83 рубля, 65 рублей в поддоне, 6 горшочков по 113 рублей. Есть и большие торфяные горшки для рассады, вот они какие. Но минус, конечно, всех этих торфяных горшочков, что они плесневеют. Что не делай, как не поливай, 20 штук, 110 на 110. Все равно они вот все будут покрыты плесенью, это минус. Тут такой огромный выбор торфяных этих таблеток с поддончиками. Вот, например, пошли мини-парники, 133 рубля. Удобно то, что он длинненький, такой узенький, можно в два ряда на подоконник установить. С торфяными таблетками без оболочки. 14 таблеток по 42 миллиметра, 133 рубля. Вот какой большой, 238, 24 торфяные таблетки. Но тоже все, видите, такое рыжее, не очень потом
Эти таблетки ведут себя. Мини-сад, 5 горшков плюс поддон для цветов, рассады и других растений. 298 рублей стоит и поддон, и цвет такой интересный, коричневый, терракотовый. Есть еще мини-парник, 122 рубля, с торфяными горшочками. В общем, придумали очень много всего. Тут и крышка, а здесь торфяные горшочки. Это какой-то другой. Без горшочков, но с крышкой. 122, 98, 85 ящики. Смотрите, вот такие балконные есть ящики. Тоже вы меня спрашивали. Цены такие. Все по 85 и 98. Для рассады 77 ящик. Вот он какой. Яркий такой. Мини-парник. Какой-то там волк воет. Я не пойму, что там такое. Мини-парник с крышкой на одну вставку. Так, 77 или... 37. Рассадник на 6 стаканов по 250 миллилитров. 133 рубля. Слышите, волк воет. Рассадник. В общем, на 6 стаканчиков по 25 миллилитров. Тут поддон и сами стаканчики. Вот и все. Даже крышки нет, прозрачные. Вот такие похожие стаканчики с вынимающимся донышком. Зеленый, оранжевый, 111. Один стаканчик. 6 штук. Набор. 6 штук стаканчиков, 111 рублей. 7-сантиметровые. И 10 штучек вот такие оранжевые. Вот такие оранжевые красивые. 122. Так, 145 горшок квадратный. Круглые 55. 111 большие. На литр. 5 штук. 1 литр 5 штук. А здесь тоже по 5 штук. В общем, все они по 5 штук. И квадратные, и круглые. Поддон, ящик для рассады 40 сантиметров салатовый. Поддон 47 для этого ящика, а сам ящик 172. В общем, все получается дороже 200 рублей. Полный комплект, если брать салатовые, оранжевые и просто поддоны черные 47. И к ним еще ящик по 172. Смотрите, какие еще горшочки салатовые со съемными донышками, 298 рублей. 200 миллилитров 12 штук. И по 198 6 штук 400 миллилитров. Смотрите, какие тут горшочки объемные, хорошие. Салатовые, красивые. Вот, разноцветные. Никогда не запутайтесь, что вы посадили. Даже если забудьте подписать. Цветные горшочки 333 рубля 10 штук. И маленькие по 98 в наборе. Газон Сити, 8 сантиметров, 10 штучек, тоже все разноцветные, удобно. Какая система интересная, это поддон для рассады, смотрите, он не для пищевых продуктов, естественно, значок, для многоразового использования. Смотрите, решеточка для отвода влаги, и сюда можно всякие горшочки разных размеров ставить, 165 рублей такой стоит. Убережет ваш подоконник. И к тому же, смотрите, если вы поставите рассаду, ей не будет холодно на подоконнике, потому что обычно низ горшков зимой, вот ранней весной, холодно корням. И вот как раз такой поддон, в принципе, выход из положения. И для отвода влаги удобно. Например, вот такие горшочки, да, расставить. Здорово и удобно, и все помещается. Или вот эти квадратненькие тоже, как хорошо сюда компактно встанут. 165 рублей. 60 на 19 и 5 сантиметров в высоту. Есть и поддоны побольше. Вот такие широченные. 70 рублей. Размеры не написано. Посевной написано. Кассета для рассады. 15 ячеек. 87, 87, 85 и 50. 50 это вот маленькие. А большие 80, 87. И самое интересное, посмотрите, какие стеллажи для рассады. Это металлические трубки на пластиковых уголках. И где-то я уже читала в отзывах, что эти уголки рассыхаются. Но я увидела, посмотрите, что наборы. Наборы можно купить дополнительно. Мне кажется, надо еще смотреть диаметр тех трубок. И переделать, как вам нужно. Может быть, даже нарастить секции в
Вообще, я думаю, любые уголки для этого подойдут. 145 рублей, 10 штучек, 10 уголков, и все, и можно починить. А стоимость самих стеллажей 998 рублей. Стеллаж 3 полки, 1, 2, 3, да, в принципе, там и четвертая, 24 на 80 и 40 сантиметров глубина. Так, 998, трехсекционный, но здесь уже, смотрите, с чехольчиком. Вот, настоящий парник, не просто полочка, 1400, размеры не указаны. Затем на подоконник, потому что у него глубина 24 сантиметра, как раз для подоконника, 46 и высота 105, 1641 рубль. Тоже он, видите, с полиэтиленом, мы с вами уже отстегивали молнии, дело было в глобусе, там тоже похожие продаются. Вот они, уголки. То есть, если вдруг поломаются, можно купить запасной комплект. Полочки из металлической сетки крашеной. Побольше 1773, 69 на 49 на 125. Он глубокий, 49 сантиметров. Так, и 2 245, 160 в высоту. Тоже широченные полки. И у них, между прочим, усиление. Видите, вот здесь. Вот еще перемычка. Смотрите, какие фитолампы. Вот та лампа стоит 4325, круглая, такая яркая. Вот это 2111, поменьше 1555. Хорошо, что они здесь все включены, и можно посмотреть и размеры, и как они светят. И поменьше 1888, самая маленькая 703. И смотрите, какой у них спектр. 4 розовых и 2 синих. Ой, у меня после этих ламп теперь все розовое в глазах. Маргарита. Да, это то же самое, продается в глобусе, такие же парники. Вот этот, который из трех полочек, вот она какая коробка, небольшая. Все можно унести в руках. Кроме тех фитоламп, которые я вам показала, которые светят, смотрите, есть еще какие длинненькие. Полный спектр, поворотная на 340 градусов, 1111, 10 ватт. Есть совсем малыши, 555 рублей, 6 ватт, 8 светодиодов для направленного освещения. Самое главное, что у них цоколь Е27, вот он, видите, цоколь Е27, Е27. Вместо любой настольной лампы можно вкрутить, если у вас там такой цоколь, и все. Этот тоже Е27, вот она побольше, 30 ватт, 104 диода, 1500. Это уже побольше. 2111, 156 диодов, 50 ватт. Самая большая, от которой там ослепнуть можно. 60 ватт, 92 диода. И тоже Е27. Цоколь. Прожекторы. Фитопрожектор светодиодный для цветения и плодоношения. Удачный. Это Pro-серия. Смотрите, сколько там светодиодов. Так, 2397. Свечение светло-розовым светом рассеивает... Рассеиватель закаленное стекло. Рекомендовано 16 часов до светки в сутки. Для светолюбивых растений, не только для рассады. Можно и комнатные цветы досвечивать. Прожектор 3281. Этот уже побольше размером. 200 что-то там такое, М-камоль. А здесь 100. Шнур питания у него 1,5 метра. Так, ну и конечно же вот такие обычные, длинненькие, светодиодные. С включателем рассада не вытягивается. Так, 720 рублей. Ну, кстати, самый экономный вариант – это в светофорах. Я в прошлом году купила, вам показывала, тестировала. Еще могу раз показать. Там дешевле. Там около 200 что ли, рублей такие светильники похожие стоят. И тоже их можно соединять друг с другом в одну линию. 590. Смотрите, какой еще светильник. О! На прищепке удобно. Потом гнущаяся у него ножка. Видите, можно направление задать. И тут не так много светодиодиков. Сейчас прочитаем. Он 10-ваттный, зато его легко крепить. Вот, очень прочная прищепка. Смотрите, разные режимы. И USB нужно будет переходничок купить, если его нет в комплекте. 1555, мощность 10 ватт. Да, вот он, на прищепке. Мини-сад. Светодиодный светильник с подставкой. Вот она подставочка. Сюда все закрепляете и ставите горшочки. Подставка с кашпо. 6 кашпо в комплекте. 1061 рубль.
Так, подставка для фитоламп 535 рублей. Ага, и сверху прикрепляете. Ну, в общем, все есть, все есть. Вот как подставка выглядит в деле. Сюда можно подвесить и круглую лампочку, и светодиодную вот такую длинную. 584 для выращивания микрозелени, для досветки и для рассады. Можно несколько лампочек повесить, можно длинную, можно вот такую квадратную. Из удобрений давайте посмотрим на фертику. 94 рубля стоит 100 граммов. Водорастворимая для овощей, цветов, рассады. В фикс-прайсе 79, что ли. 26 рублей маленькая упаковочка, 20 граммов фертика люкс. Фертика для рассады, сила в капле, для открытого грунта и теплиц 40 рублей. Фертика люкс вот в жидком виде 147 рублей, 250 миллилитров. Для рассады смотрите-ка опрыскиватель. Крепкая и здоровая рассада, готовая уже к применению, пол-литра, питание, защита и антистресс, 122 рубля. Бочка азота и 4 ведра, бочка и 4 ведра гумат азота, 480 литров можно получить, 97 рублей. Так, рассады и горшечные растения 161 рубль с природным стимулятором роста на основе конского компоста. Живое удобрение «Амазонка» для рассады 185. Крепкая рассада еще вот какой. 98. Ну вот и все на сегодня. Я надеюсь, что мое видео было вам интересно, а также полезно. А если это так, спасибо за лайки, комментарии и подписку. С вами была Марина, канал Тип Топ ТВ. Прямо из Леруа Мерлен.